Эй, гайз, с вами Шемки, мы продолжаем проходить игру по названию Fist. Мы теперь умеем с вами дышать под водой. Плавать под водой и не беспокоить запасы воздуха. А это у нас, получается, последнее с вами осталось. А только с помощью этого можно здесь кататься. Так это же монеты не дает. Серьезно? Мне нужно стенд по улучшению. Серьезно. Как я понимаю, я только здесь могу использовать эту хрень. Тут есть стенд по хп. Мне к нему еще идти. Прокачка. Вот что-то есть еще справа, какая-то неизвестная. Могу ли я под водой использовать оно? Непонятно. Могу, не могу. Эти рыбки уже восстановиться успели. Я хрен знает, как туда попасть. Мне нужна последняя способность. Мне нужна последняя способность. Но я не умею ломать пока что объекты обычным ударом.
Может, мои атаки потом усилятся, превратятся просто... Хотя, с другой стороны, там же есть места, где я не могу пролететь. Огонь, к примеру. Лазеры, которые бесконечно работают. Как мне через них тогда проходить? Как мне через такой проходить. Да я приплыву. А, подожди, я тут уже был. Че? Я подумал, я в новое место плыву. Если бы еще металл давали сводных врагов, почему-то не дают. Ладно, почему? Теперь. Я не могу его сломать, вентилятор. А, ну да, отхилиться я здесь не могу. Отхилиться я здесь не могу. Мне нужна последняя способность, которая может быть любой. Ну, давай направо. Чисто по правой стороне поплывем. Зернышко.
Вот там, скорее всего, торговец. Знали, что туда поплыву. Знали, что я туда поплыву. Специально так сделали. Рту один хрен надо открывать. Пропустил. Еще поворотец. И что? Тут ни отсылки, ничего, ни торговцы. А, это меня чисто сюда заманили, чтобы в ловушку. Еф. Значит, я кого-то все-таки здесь ищу. Значит, здесь кто-то в натуре есть. В коробках. Такой вопрос, что я ищу в коробках? Осколки или торговца? Потому что нам уже один раз показали, что торговец в коробках. И мы такие, о, значит, он в коробках. Я сейчас так поплыву, а дальше что? А сверху? Ладно, тут по-любому что-то есть. И зря здесь только коробки. Цветочек. У меня сейчас осьминог нападет. Нахрена все это было? Если я в итоге все равно не получил то, что искал. Пиздец какой-то. Надо еще доплыли до конца. Когда хилиться нельзя. Thank you.
Раз, 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 раз. Лол. Нету. Бля. Новые ёбаные стены. Которые я уничтожить не могу. Жду скримера. Хотя навряд ли здесь будет, да? Странно, что на экране есть проход, а тут его нету. Давай, скажи, что у меня там нету прохода. И мне нужно ехать обратно. Полуночный вальс, отсылка на Звездные войны. Полувампир Алукарда сражается со своим отцом, великим разрушителем. А, подожди, то не светящийся меч? Значит, это скорее всего... А, постер, отсылка на этот. Кастельвания. Там есть проход, блядь, как мне его пройти? Странная подводная лодка. Странная подводная лодка. Yeah.
Здесь я помню, да, я проплыл с той стороны тогда. Сенсон. Сенсон. Тварь, ну почему, блядь? Ну, кулаки, ничего здесь не работают. Бесит. Получается, мне должно быть еще две способности, как минимум. Хотя у меня слот только для одного. Отсюда сложно, сложно, нихуя непонятно. А я прокачал способность. Держу в курсе. Так, там вроде проход есть. Вроде бы нет. Типа байтить рыбу, чтоб она сломала, ну, навряд ли. Навряд ли это тупо. Что должно мне давать что-то. Черная шишка. Здесь был осьминог. Движемся по его дерьму. Движемся по дерьму осьминожки. Я насрал осьминожка. Сука. А я что, еще внизу там? А нет, стенка появилась, значит я там был. Где, блядь? Я непонятно. Я не ебу, честно. Все получилось, что надо. Хуй там плавал. Хуй там плавал.
мешают ебаные красные перегородки, которые не могу сломать с помощью дрели, которая у меня есть, которая пользуется, которую я вкачал ломанием. Ну, блять, один хуй нихуя не ломает. Я не знаю, как это работает. Просто я не знаю. Сейчас. Я же прокачал. Ну да, я дрель полностью прокачал. Почему остальные навыки не открываются? Вон, вон. Что? Я понимаю, что мне нужно. Сверху, справа. По-любому, это хрень, которую делает мои атаки разрушаемые для красных объектов. По-любому. Сука. Вот по-любому. Бля, буду. Я, блядь, буду. Сука, бля, буду. Это так и есть. Дали, насрали. А тут поблизости телепорта не было. А то сейчас что херней занимаюсь, блядь. Телепорт был. Ладно, тут недалеко. Это телепорт. У нас недалеко и этот телепорт. Сейчас мы вернемся, получим остальные вещи. Так, куда нам надо? Попасть к подземному озеру. А это у нас находится где? Так, это получается от нашего города вниз. Ага. Это получится сюда. Если я правильно понимаю. По карте. Если я правильно понимаю по карте, то нам сюда. Плюс-минус. Плюс-минус, плюс-минус. Наверное, от города было бы быстрее. Хотя нет. Вот мне сейчас влево. Чисто влево. Влево и наверх. Ждал, если честно, здесь отсылочку на черепашек.
так и не нашел. Ладно, какой бы далекий бэктрекинг, это жопа какая-то. Но штука, что мне это даст? Да, вот это кило, это просто жопа. Это самый, наверное, много наносящий урон. Чушка-то здесь? Это я. Я под землей озера, но у тебя не вижу. Прости, я тут уговорил небольшой переплет. Что ж, даже Лиди не всегда может сдержать свое обещание. Ладно, шутки в сторону. Открой карту, я отметил твою следующую цель. Древний комплекс находится под круглосуточной охраной кошачьего клана. Я буду ждать тебя там. На этот раз никаких сомнений. Но сначала тебе придется найти особую искру. Это ключ, который открывает врата в древний комплекс. Опять искра. Не волнуйся, хлопок. Король чешка старший искры не будет тебе врать. Я дождусь тебе. Прием. О, глупый рычаг, какой же ты наивный. Так. Нам надо вниз, мы пойдем наверх. Так, у меня хил до этого шкалу и двойку. Также хилит. В принципе, хилит так же. Yeah.
Ай. Ну, мне туда отсюда не попасть. Вниз, вниз, поплывем налево. Погнали сюда сразу налево. И что, здесь типа ничего нету в центральной части? Фига. Ёбаные объекты, которые не ломаются. Еще черт тебя побери, это челик. Мне нужно купить ключи, я не могу купить ключи без челика. А типа смысл? Так, давай Посейдон без вот этой хрени. Ах ты ж, бля. Подожди, как он тогда до этого сломал проход? Ой-бай. Пиздец, они так открывались. То есть я сейчас где-то проебал проход, выходит. ГГ. Только ГГ в натуре. Уже это пиздец. То есть я просто не попал из того, а там рыба это была. Там это ёбаная рыба была. Ладно. Да иди ж ты нахуй. Жаба. Пиздец.
Я рот ебал. Откуда я мог знать? Если бы я сейчас не увидел, я бы и дальше думал, как это делать. Чтобы пройти. Оказывается, нужно просто взять дурачка, привести к этой хрени и все. И он тебе сам сломает проход. Это же здесь, да, у меня тоже такой же. Нет, здесь у нас ветер дует. Но я думаю, навряд ли и только. Блять, ну по-любому еще должна быть способность. Кроме этой, еще по-любому. Типа, у меня вот этот бур, наверное, должен улучшиться как-то. Где моя рыба эта? Я не могу сейчас, ну, я просто клацаю кнопки, и он не раскручивает бур сильнее. Странная хреновина. Хреновина. Так, давай, наверное, сначала туда схожу. Я уже и раскраску купил золотую. Уже все сделал. Ждал цирк, но не за черепающих. Ссылку на дети черепашек. Там мне идти, блять, вверх, вниз, куда, куда? Или сюда, или туда, я
Запчасти за этих не дают. А какого? Торговец. Раз атака открыть железную пластину. Next раз. Next. Next. Я говорю, я хрен знает. Ну, я могу сюда пойти. Я могу вернуться вообще назад, там пойти. Мне всегда бесит игры, вот если брать Metroidvania, где настолько много проходов, что ты сам не знаешь, куда тебе идти. Так не должно быть. Ты гадаешь, надо тебе туда, не надо тебе. Иди гадай. Опа, я сейчас походу получу способность. Мне нужен хвост этого червя. Я же правильно понимаю? Я же в этой воде по факту и плавать не мог. У нас же воздух сразу забирался моментально.
встретимся. Это теперь новые мины, это теперь взрывники. Ай. Понятно, я понял. Так, но мне нужно ниже по факту, значит я все правильно еду. Нужно направо, я поеду налево. Ну да, походу здесь как я, как раз я получу способность эту. Че ремонтироваться? Толку? Да, серьезно, открывается с другой стороны. А это сложно было. Хорошо. Так, еще кусок у нас центральный с этой стороны, да? Западный рубеж. Ну все, получается, у нас больше локаций нету с вами. Плыли вниз. Что? Вот что я должен сейчас сделать? Там закрыто. И никто не сказал, что здесь этот плавает. Мысли. А, ну это мне надо научиться сломать. Все, наконец-то. Улучшение последнее. Подводный рывок нажмите под водой, чтобы буры был пробивать препятствия, выдержите, чтобы накопить силу и устроить еще дальше. Слушай, Эрсон, это способность, которую я недавно овладел, под водой рывок, просто нечто. Конечно, это один из моих главных изобретений. Благодаря прорывной силе бур может наносить огромный урон. Он позволяет не только пробивать крепкие стальные стены, но и проходить через сильные течения. Используй свои новые подводные способности с умом. Да? Теперь я могу это говно все ломать.
Так. Зернышко, зернышко, зернышко. Так, это мне нужно сюда, да? Найти искру под озером. Теперь я могу все исследовать. Да? Ну да. Это получается все. Теперь мы можем исследовать всю карту. Как, в принципе, я и сказал, странно, что мне ни хрена не дают. Это очень странно. Подожди, мне нужно сюда. Тогда мне интересно, что с той стороны. Предлагаю сначала в эту сторону поплыть. Собирать потом отсюда уже пойти обратно вниз и добить что с этой стороны. Так, а босса у нас же еще не было, да? Ну да. Босса у нас еще не было. Зато теперь мы можем и такие стены ломать. Что может не радовать. Тут черепахи на меня напало. Вот напала бы четвертая черепаха, я бы сказал, что отсылка. На меня напало только три. Поэтому это сложно назвать пасхалкой. Это сложно назвать пасхалкой. Как стоять? ХП сфера. Вот ХП сфера мало хилит. Да-да. А, ну, может, улучшение дадут мне новое. И как?
сосал и отсосал. Бэм-бэм-бэм. Ну, сломаю, что мне жалко. Без вас обойдемся. О. Бля, у меня теперь привычка от босса, то что он потом полет использует. Это не использует полет. Знаете, вот что странно, мне нужно вообще в другую сторону, а я куда-то иду непонятно куда. Так-то так. Зато я теперь могу изучить все локации. Ай. Бэм-бэм-бэм-бэм. Так, сразу отхилюсь морковным соком. Что здесь? А? Ничего. Так, окей, я в итоге сюда выплыл. Теперь сейчас чисто направо плывем. Сейчас, по идее, еще направо. Диск получен. Класс.
Так, ну погнали на централку. Блин, я думал, ну хотя бы на лицах маски будут другие. Кролик Метеор. Южный бегун способен обогнать комету и желает стать самым быстрым спринтером в истории. Я фиг знает. Вот она еще. Я это думал, почему я туда пролететь не мог. Я думал, там закрыто. Так, теперь сюда. Его развило. Я не знаю, мне нужно хотя бы... Ревьюшка. Может, даже касцены никакой не было. Возможно, сейчас будет босс. Да. Так, я вижу, куда мне нужно бить. Зеленая сфера. Знаете, раньше была игра Zoom. Так вот, это что-то очень сильно напоминает. Я говорю, очень похоже на зум.
Там тоже шарики, типа, и ускоряется процесс. Синие шары. Что за бред? Ты забирать, я понял. А ты заебешь, блять. Привет. Ну, кто в Zoom играл, тот поймет, что это отсылка. Кто играл в Zoom, тот поймет. Блять, мне потом сюда еще возвращаться. Ёлы-палы. Ладно, я походу здесь сейчас это обойду. Тут еще и закрыто. Найти искру. Домодействовать. Получен ключ с Крым. Источник энергии для всего светоча. Искра — это одновременный символ цивилизации, неизвестная угроза всему живому. Ключ, который открывает ворота древнего комплекса, представляет собой искру в и особый сосуд, контролирующий ее энергию. Открыть комплекс искрой. Да. Как там открыть тогда ворота, если там я не вижу даже куда проход? Yeah.
Все. Готово. Так, теперь вниз. Направо. Вниз и направо. Сейчас спущу здесь. Скорее всего, здесь общая зона будет, наверное. Да? Либо да, либо нет. Либо да, либо нет. Ладно, пойдем. Делаем так. Бой. Бог с тобой, сделаем так. Дамажит. А, ебать, оно дамажит, конечно, это ж лезвие. Бить, катись. Как оно может не дамажить? Все, 100% мы закрыли это место. Отличненько. Да, что я могу сказать? Ну, я комплексы скоро открывать не буду. Мы будем с вами до конца изучать все местности. По крайней мере, то, что можно. Скорее всего, можно уже все, потому что у нас уже все есть предметы, которые надо. Да? Пойди, да. Поэтому возвращаемся в наш комплекс. Я сейвлюсь и заканчиваю. В следующей серии уже тогда я стартану около телепорта, если не забуду завтра. Так, ну что, нам нужно шахта будет вернуться еще. Что у нас в шахтах, кстати? Вот это вот залупа. Как мне шипы пройти? Вы мне скажите. Как мне пройти ёбаные шипы, если меня задевают? Никак. Бур поможет? Нет, потому что там воды нет. Значит, что-то еще должно быть в игре? И вот я сейчас это насчет этого думаю. Либо мы делаем так, что идем дальше по сюжету. Так как уже близится конец, то я хрен знает. А, вон телепорт, нифига себе. Будет как раз еще 100% в карты. Не шахты. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Придумаем. Скорее всего, может быть, по сюжету пойдем дальше. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... Как там эта часть называется? И всем пока.